Но я его безумно люблю и надеюсь, что мы все-таки скоро увидимся. Я ее очень люблю. Это любимый мой человек, любимая моя женщина. Все мои мысли о дальнейшей жизни были связаны с ней. Я с ней хотел как бы прожить остаток своей жизни вместе. Краткое содержание второй серии. Сергей Соколов, российский аналитик, в интервью в Москве рассказывает историю любви между ним и Дарьей. Арест Мастикашевой Соколов объясняет тем, что СБУ мстит лично ему за политические расследования в Украине. Ну, расскажите, как вы познакомились с Дарьей Мастикашевой? Все очень просто. В 2004 году я организовал работу модельного агентства, которое занималось производством фотографической продукции для западных потребителей, для разных сайтов, а также для частных лиц. И она пришла на кастинг и получила работу. В то время с работой было тяжело, всем нужны были деньги. Она, девочка, была очень красивая, видно, выполняла любой заказ, была очень изговорчивая. И... Но если я правильно понимаю, в основном это было эротическое фото, да? Ну, большей части. Сколько она получала за это? Ну, можно было там за полчаса, час работы заработать от 50 долларов. На то время этого были нормальные деньги. Для этого города? Для этого города и для 2005 года это как бы была достойная оплата. И сколько она работала у вас? Пару лет. Как вы, наверное, уже устали догадаться, эротика в данном случае не более чем эвфемизм. Модельное агентство Сергеенко специализировалось на производстве и сбыте порнопродукции. Как фото, так и видео. За что Сергеенко и получил в 2008 году реальный срок. Но тогда ему повезло. Вышла амнистия, и в тюрьму он так и не попал. И, внимание, когда, по его словам, Дарья пришла устраиваться моделью к нему в агентство, ей было не больше 15 лет. В интернете до сих пор можно найти, скажем так, эротические фото девушки, очень похожие на Дарью. Не знаю, насколько мы можем верить Сергеенко после его запутанной истории с похищением, но сама Мастикашева отрицает, что когда-либо этим занималась. А с Сергеем Сергеенко вы знакомы? Когда-то была знакома. Ну, дело в том, что я его последний раз видела, наверное, даже больше, чем Александра Каратая, собственно говоря. Я его знаю постольку, поскольку. У Сергеенко было агентство. Вы в нем работали, да? Нет. Я даже не знаю, о каком агентстве речь. Речь идет об агентстве, где фотомодели снимались в эротических сюжетах. Нет, я понятия об этом. Вы никогда этого не делали? Нет. Абсолютно. Я первый раз об этом слышу. А как вы объясните тогда появление вот этих фотографий, на которых? Вам не показывали их? Нет. Вот я от вас первый раз слышу, не знаю, о чем речь. Соколов тоже утверждает, что Сергеенко лжет. Лжет по приказу СБУ, чтобы очернить Дарью. Это фейк. Я знаю, вот то, что вы говорите, я великолепно знаю. Меня в порнографии снять невозможно. Это их стиль. К сожалению, когда человек не умеет работать профессионально, я сам с этого когда-то начинал, он начинает работать ниже плинтуса. Это личные съемки какие-то или прочее, прочее, прочее. Я даже заказал экспертизу специально, патологоанатомическую. И как же я забыл, она называется, когда по точкам лица определяется, этот человек или не этот. У меня официальное заключение, что это не она. Вот. Потом я знаю, да, что если бы она снималась бы, да, снималась. А так она, я просто знаю, что это... Ну, они всегда так работают. Соколов не сомневается, что на фотографиях, о которых идет речь, какие-то другие девушки. Ну, возможно, похожие на Дарью. Мы не будем превращать наш фильм в шоу «Пусть говорят» и выяснять, кто на кого похож. В любом случае, к нашей истории это почти не относится. Хотя и могло бы объяснить некоторые мотивы в поведении некоторых героев. Сергеенко отрицает, что был агентом Соколова.
По его словам, он впервые услышал фамилию Соколова, когда к нему пришел некий человек, который от имени Соколова якобы пытался выкупить архивные фото Дарьи, а когда Сергеенко сказал, что архив не сохранился, незнакомец стал ему угрожать. Сергеенко говорит, что Соколов просто таким образом мстит ему, как он выразился, за прошлое, которое связывало его с Дарьей. Более того, Сергеенко утверждает, что его жизни даже сейчас угрожает реальная опасность и что Соколов ищет киллера в Днепропетровске, чтобы с ним расправиться. По его словам, один знакомый из местных братков недавно даже предупредил его о попытке такого заказа и, более того, поделился с ним записью телефонного разговора с человеком, который просил очень больно и мучительно убить Сергеенко. Ну, без особого доверия к тому, что говорит Сергеенко, все-таки давайте послушаем эту запись. Ну, принципиально мы с тобой договорились, да? Ну да, ну, только я не знаю, объем работы там какой. Ну, там надо просто на глушняк. Надо все. «Жигуля» покупать тогда какого-то, ну, дешевого, чтобы спалить его потом. Ну, супер. Ну, вообще бы было хорошо бы, знаешь как, чтобы до этого момента, так сказать, поговорить с ним. Мне там нужна от него кое-какая информация. Где архив его, который... Он вообще-то в курсе, кто он вообще, чего? Не, я вообще даже не знаю, за кого базар. Меня не ставили в известность. Короче, он Тимок Марик, молодки там портят. Там 11, 12, 13, 14 лет. Потом подставляет этим мусорам привозят. В общем, такой. Его не Сережа зовут случайно? Сережа. О, так я у нас лысенький такой, маленький, небольшого роста. Брат, смотри, значит, фамилия на «С», такая же, как имя. Я понял. Наверное, да. Фамилия на «С». Да. Я, наверное, его знаю, да. Смотри, самый лучший, это мелкашка и в живот, потому что, это как там пару дней тройку получится, но это... Да, в принципе, можем сделать и так. Ты смотри сам, как бы там, тебе лучше там на месте видней. Вот, я же хотел сам выехать там, как бы, отработать. Я посмотрю недельку, подготовлюсь, что как лучше мне тут будет все сделать. Потом тебе скажу, какие там расходные, какой материал мне нужен будет, понял? Да. На ремонт. Да. Ремонт. И я начну потом уже этот домик там шпаклевать, строить там уже все делать. Все, братан, до встречи тогда, договорились. Да, договорились. Я маякну. Мне вот этот разговор напомнил сцену про уголовника Душегуба по кличке Горбатый, который обещал не больно зарезать опера Шарапова. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Здесь почти то же самое, только просят застрелить и больно. У меня есть некоторый музыкальный слух, но вот голоса я различаю как-то не очень хорошо. Поэтому сами решайте, похож ли голос заказчика на записи на голос, который вы могли где-то слышать раньше, ну, допустим, в нашем фильме. А мы двинемся дальше. И переходим к следующему сюжету с участием Соколова, ну и не только его, в одном из прошлогодних выпусков суперпопулярной программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Посвящена она была полностью убийству Вороненкова, а Соколов был одним из главных героев программы. И не только он один, как вам предстоит узнать. По версии Соколова, смерть Вороненкова не имела никакого отношения к политике и явилась результатом криминальных разборок. Соколов документально доказывает, что беглый российский депутат Юрий Вороненков был убит в центре Киева по заказу Днепропетровской ОПГ, организованной преступной группы, с участием сотрудников СБУ. Еще раз всем добрый вечер. Новый поворот в деле Дениса Вороненкова и Марии Максаковой. В распоряжении программы «Пусть говорят» сенсационное признание профессионального киллера, который рассказывает, как он стрелял в убийцу Вороненкова Павла Паршова. Вот он, Паршов, лежит около гостиницы рядом с телом убитого экс-депутата на асфальте. Руслан Мильченко, руководитель информационного центра, провел собственное расследование экономических афер Вороненкова. И вот что он готов нам рассказать. Внимание! Перед вами Руслан Мильченко.
Запомните это имя. Вы еще услышите его в нашей истории. Мильченко – коллега и формально шеф Соколова. Руководитель той самой организации, которая называется ФИЦ – Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность». Фактически, как говорят уже источники из СБУ, уже до момента убийства его Вороненко пытался шантажировать Коломойского суммой в размере миллиарда долларов. Миллиарда долларов – это за то, чтобы просто-напросто не давать тот компромат, где он якобы был свидетелем по денежным средствам, которые переводились из бюджета Российской Федерации через Украину и конвертировались на Запад. А вот и главный номер программы – эксклюзивное сенсационное интервью, которое агенты Соколова в Украине взяли у профессионального киллера, убившего, как он говорит, Паршова, который, в свою очередь, убил Вороненкова. Комментирует вновь Соколов. Если вы посмотрите вот эту схему убийства, за рулем одного и второго экипажа были действующие сотрудники СБУ. И для того, чтобы вывести их из игры и свалить все это либо на радикалов, либо кого-то, сделать это как бы бытовухой такой, берется первый попавшийся человек. Потому что второй киллер тоже был должен быть зачищен, но он убежал, к сожалению. Не к сожалению, к счастью. А к счастью, и он рассказывает и дает интервью нашей программе. Так впервые вы услышите сегодня, что рассказывает киллер по кличке Соболь. Внимание на экран. Я Гончар Игорь Алексеевич. Прозвище Соболь мне дали друзья, так как с детства увлекался охотой и попадал зверю в глаз. 23 марта 2017 года в 10:45 мы встали напротив гостиницы «Премьер Палац». Название я прочитал. И стали ждать. Инструктор сказал мне, что в сторону нашей машины должен подбежать человек с капюшоном на голове. Он и есть наша цель. И через какое-то время я услышал стрельбу и увидел, что из припаркованных сзади машин показался человек с капюшоном. Инструктор скомандовал огонь. Я выстрелил 2 раза. В голову и в корпус. В районе грудной клетки. После этого мы уехали с этого места. Инструктор сказал мне, чтобы я оставил оружие на заднем сидении. Потом довез меня до автовокзала. Дал мне 53 евро и сказал, чтобы я ехал назад в Днепродзержинск. А скажите мне, как следствие Украины упустило его и как ему удалось исчезнуть, как вы думаете? Я вам могу сказать, я лично как бы с ним знаком. Это вот такая двухметровая машина, которая умеет только убивать. Он говорит так с трудом, а убивает он просто блестяще совершенно. Это блестящий киллер совершенно. Да, сотрудник СБУ сидел за рулем. Его задача была убрать сразу же Соболя. Ну, убрать его, который сидит с оружием сзади, достаточно сложно. Планировалось убрать его в Днепродзержинске. Но поскольку парень смышленый, он тоже скрылся в зоне АТО. И сейчас находится в бегах на самом деле. Ну как, он на связи, так сказать. Окей, на связи, так на связи. Если агентам Соколова удалось отыскать в Каменском этого смышленого парня-суперкиллера по кличке Соболь, который с меткостью соколиного глаза в центре Киева среди бела дня у всех на глазах уложил своего товарища по цеху, и теперь с редкой для криминального мира готовностью раздает телеинтервью, почему бы и нам не попробовать повторить этот смертельный трюк? Нет. Не убивать никого, а попробовать самим разыскать эту по-детски разговорчивую двухметровую машину для убийства. А вдруг он и с нами поговорит? В Каменском народ, судя по всему, разговорчивый. А вот мы в специальном павильоне киностудии «Довженко» – это шутка. Где по заказу Соколова у этой стены и снимался знаменитый триллер про суперкиллера Соболя. Я Гончар Игорь Алексеевич. Прозвище Соболь мне дали друзья, так как с детства увлекался охотой и попадал зверю в глаз. А вспомнили стенку? Узнали декорации? Кстати, вы уже знакомы с режиссером, сценаристом и оператором этой нетленки. Это известный вам Александр Каратай, еще один агент Соколова, томящийся сейчас в Днепровском изоляторе.
Да, и зовут нашего киллера в кавычках, а на самом деле безработного из Каменского не Игорь Алексеевич Гончар по кличке Соболь, а Андрей. Андрей Анатольевич Скипочка. И без клички. Андрей, расскажите, пожалуйста, как вы дошли до жизни такой, что стали профессиональным киллером по кличке Соболь, двухметровой машиной для убийства? Все началось спонтанно. Я никогда не снимался в фильмах. Просто предложил товарищ сняться в маленьком фильме, который никуда не выйдет, и что-то для домашнего видео. И что? Выпили чуть-чуть водки. И чуть-чуть это сколько? Ну, полторы бутылки. Где-то так. На двоих? На троих. И начали снимать. В прошлом романтик, мореход и неудачливый бизнесмен, а ныне злоупотребляющий алкоголем безработный в том же Каменском, Андрей, конечно, скромничает. Роль наемного убийцы ему вполне удалась. Миллионы российских телезрителей охали, ахали и аплодировали. Вам понравилась ваша роль, что они вам предложили? Вас ничто не насторожило? Сразу нет. Это потом, когда вышла эта передача в России, мне позвонили знакомые. Сколько знакомых? 60 человек. Ну, вообще, я говорил, что касаемо, я говорю за своего товарища, который мне предложил, это Саша Каратальшу. Это видео вообще никуда не выйдет. Это просто вот документальное видео для художественных фильмов. Вот как хотите, так и понимаете. Вот и я так понял, что это просто так. И за это еще дают $5000. $5000? Да, он предложил $5000 за 15 минут съемки. Вас немного не напрягла эта сумма? Все-таки много. Вам заплатили 5000? Хотелось бы, конечно, и так оно быстро обещалось. Но никто их не заплатил. Что, вообще ничего не заплатили? Не заплатили гривны сразу, сколько было в портмоне. Александр отдал. И сколько Бог послал? 4650. Гривен? Да. А обещали $5000? Да. В телесюжете про убийство Вороненкова Соколов, кстати говоря, вновь публично разоблачает того самого, осужденного в свое время за порнографию Сергеенко. И заказ на медленное убийство которого мы слышали в недавнем телефонном разговоре неизвестных. Сергеенко теперь пошел на повышение и представлен в сюжете как один из организаторов и координаторов громкого убийства беглого российского депутата. В нашем московском интервью Соколов говорит, что именно Сергеенко добыл для него это видео с признанием киллера Соболя. Ну, хотя мы-то знаем, что видео снимал Александр Каратай. То есть Сергеенко в какой-то степени был посредником этого дела? Он координатор подготовки вот этих киллеров. Почему Сергеенко это не скрывал? От меня? Да. Я ему деньги платил. Он говорит, а мне все равно. Он говорит, где ты будешь это выкидывать? Я говорю, в российских СМИ. Он говорит, да нам наплевать. Мне, может быть, героев дадут за то, что я там вот ваших там российских кацапов там убиваю. Сколько он получил за это? За видео очень дешево. Я ему, по-моему, 10 или 11 тысяч долларов дал. Здесь проблема в том, что Соболь, на самом деле, по его собственному признанию, местный алкаш, и он получил 4 тысячи гривен, около $200, за то, что он начитал это видео. Может быть, вполне. Но в данной ситуации, вот, я почему поверил Сергеенко, потому что он дал мне расклад. И расклад очень логичный. Я с ним неоднократно говорил и прямо с телефона записывал то, что он говорил. Потом обрек это в справку. И видя вот этого Соболя, да, у меня не возникло мысли, почему бы ему не быть действительно киллером, если он хорошо стреляет, если он киллер вообще, по сути. Вот эта вот вся детективная штуковина про то, что он убежал от спецслужб, потому что он двухметровая машина для убийств, это Сергеенко все рассказал? Нет, то, что он машина для убийства Сергеенко, а то, что он убежал от спецслужб, это сам Соболь рассказывал, что он скрылся, потому что понимал, что его должны убить. Вот, а потом я говорю, слушай,
Ему-то ничего не будет у Соболева. Он говорит, да я ему дам там пару тысяч долларов, он скроется, его никто не найдет. У нас здесь положение такое, что мы не при проблему. У вас не возникало подозрения вот по материалу, который вы получали, что он представляет вам туфту, которую он сам стряпает? Если говорить вот о принципах, в любом случае информатор всегда может обманывать. Ну что тут скажешь? Остается только руками развести и повторить название передач. Пусть говорят. Это ведь и есть основополагающий принцип абсолютного большинства российских СМИ сегодня. Пусть говорят, если people хавает и верит. А сейчас мы переходим к третьему расследованию Соколова, видеосюжету про лагерь террористов в Украине. Сюжет был снят в прошлом июле, опять же, коротаем, при участии ветерана АТО, бывшего тракториста Юрия Бондаря. Как вы думаете, где живет Юрий Бондарь? Угадали, в Каменском. А где же мы еще жить? Итак, для начала посмотрим сюжет. Это территория палаточного городка ПГТ Черкасская, Днепропетровская область, на которой базируется отдельная 93-я мотопехотная бригада. Численность около 5000 человек. Численность палаток более 100. Тут же полигон, на котором проводят стрельбище, обучают взрывному делу, саперному делу, шпионаж, диверсии. В этом сюжете, как всегда, правда, перемешана с ложью. Да, это палаточный лагерь, и находится он возле села Черкасское. Здесь расположено стрельбище. На этом пока остановимся и сами осмотрим лагерь. Автор видео, Каратай, ушел в несознанку. Не был, не участвовал, не снимал. Но Юрий Бондарь, чей голос мы слышали на видео, сейчас временно безработный. У него много свободного времени, и он согласился быть нашим гидом. Там, где пару лет назад сам проходил службу и куда в июле прошлого года сопровождал Каратая. До линии фронта отсюда далеко. Может быть, поэтому въезд в лагерь не охраняется, да и сам лагерь, кстати, как и на видео Каратая, на первый взгляд, производит впечатление заброшенного. Юра, как так получилось, что ты приехал сюда с товарищем снимать репортаж? Ну, я не приехал снимать сюда репортаж. Я приехал показать дорогу сюда, чтобы он нашел какого-то своего товарища, знакомого, друга. А снимал он. Кто? Александр Каратай. Каратай снимал. А ты что в это время делал? А я в это время зашел в палаточный городок, где мы находимся сейчас, и встретил своих бойцов с первой мобилизации. И ты не видел, как он снимал видео? Нет. Когда ты узнал про видео? После того, как мы уехали отсюда. А как получилось, что там твой голос на видео? Тут же полигон, на котором проводят стрельбище, обучают взрывному делу, саперному делу, шпионаж, диверсии. Ну, он показал мне это видео, говорит, надо комментарий о том, что мы видим на экране. Я спросил, зачем тебе это видео и зачем тебе этот комментарий, и не вложи его в интернет. Он сказал, что у него знакомый хочет организовать частное охранное агентство из бывших бойцов АТО. А это видео, ну, как пришло как реклама, можно так сказать. Текст он придумал на ходу. Как вы записывали? Он тебе говорил предложение, и ты повторял? Я диктовал то, что я вижу. Ну, под, как бы он, то, что он говорил. Ну, так и так было там один раз, не получилось, два, три, пять, пока ему не понравилось. А кто за рулем был? За рулем был водитель. Да, в палаточный лагерь Каратая и Бондаря привез подрабатывающий извозом безработный Игорь Мамон. Найти его в Каменском не составило труда. Мамон со смехом вспоминает, как Бондарь под диктовку Каратая записывал текст для видео, пока они ехали назад в Днепр. И Каратай озвучивать заставил Бондарь, ну как заставил, сказал Бондарю озвучить это видео. Это было, вот это юмор был в этом, собственно говоря, весь.
Потому что это часовая поездка назад до города Днепропетровска, с Черкасского, это приблизительно час времени заняло. То есть это он пытался выучить фразу, ну, текст из, там, из 15 строчек максимум. Ну, это был забавный диалог, да? Да, веселый. Почему? Ну, потому что Бондарь, он контуженный, наверное, после контузии, он не мог двух слов связать. А запомнить три фразы было очень сложно. За эту, извините, что повторяюсь, туфту, Соколов, по его словам, заплатил то ли 10, он точно не помнит, то ли 15 тысяч долларов. Знает ли он, как это видео вообще снималось? Понятия не имею, как оно снималось. Само видео мне предоставил Бондарь, потому что я с ним общался. При личной встрече или он вам пересылал? При личной встрече. Он приезжал в Россию? Приезжал в Россию. Каратай не снимал с ним это видео? Нет, я не знаю, кто снимал. Мне его предоставил Бондарь. Кто стоит, на ваш взгляд, за этими лагерями диверсантов? Вот до этого я еще не докопался. А вот мы, похоже, докопались. Главный вопрос. Кому и зачем нужно было это видео? Помните шефа Соколова Руслана Мильченко? Ну, который вот в той передаче «Пусть говорят» высказывал версию, что Вороненкова убили украинские уголовники вместе со спецслужбами. Так вот, очень интересное совпадение. 9 августа, меньше чем через 2 недели после съемок сюжета про лагерь террористов, тот же руководитель ФИЦ, аналитика и безопасность Мильченко, в интервью российскому порталу «Свободная пресса» предупредила аудиторию о возможном появлении террористов из Украины. Сейчас масса группировок проникает на территорию России. Это террористы с Украины, уже те, которые имеют славянское лицо. Очень сложно идентифицировать. Под видом рабочих, грубо говоря, строителей, легко проникают, арендуют квартиры, делают там закладки, делают там схроны. Они могут готовить планы, грубо говоря, как это было на Северо-Кавказе, подрыва, ну, какой-нибудь стратегически важного объекта. Стоп, стоп, стоп. Что там такое было про славянскую внешность? Это террористы с Украины, уже те, которые имеют славянское лицо. Ага, вот в чем дело. Вот, похоже, для чего нужно было платить $1000 за видео-фейк про лагерь террористов. И напоминаю, предупреждает нас об этой смертельной опасности не кто-нибудь, а Руслан Мильченко, непосредственный начальник Соколова. А вот что по этому поводу говорит следователь, ведущий дело Мастикашевой и Каратая. Называть его имя, звание и показывать лицо мы, по понятным причинам, права не имеем. Там есть в деле два эпизода, которые между собой связаны. Это поездка в Черкасское на военную базу и командировка трех бывших участников АТО в Москву на строительные работы. Между ними какая связь? Непосредственно. Фактически таким образом они готовили зрителя к последующему восприятию сложной информации. И элемент видеосъемки воинской части должен был послужить важной составляющей. Ведь тяжело спорить, что воинская часть существует. Она объективно существует. Вот. И если человеку показать картинку, то поверить в то, что там готовят террористов, ну, вероятно, гораздо проще. Чисто визуально, да? Конечно. 70% информации через глаза получают. У меня возникает резонный вопрос. Но если бы я проводил такую операцию, ну, наверное, я поискал бы каких-то более толковых исполнителей. Ну, наверное, тому есть две причины. Первая, вы немножко мыслите расхожими мнениями о том, что Джеймс Бонд всегда ходит в красивом костюме, пьет дорогой алкоголь и имеет лицензию на убийство. В жизни его немножко не так. И второе, позволю себе предположить, ну, наверное, банальное воровство. В цепочке от главного идеолога, затем организатора, субподрядчика, исполнителя. Каждый хочет отщипнуть себе кусочек выделенных средств. В итоге на конкретного исполнителя доходят, не скажу копейки, но вот, соответственно,
За этот бюджет кого смогли, того наняли. Окей, вот теперь, пока я продолжаю искать на фронте нашего ключевого свидетеля, похоже, наступило время перейти к главной истории нашего фильма. Для тех, кто забыл или поздно включился, напомню вкратце, что украинские граждане Дарья Мастикашева и Александр Каратай обвиняются в государственной измене за то, что по версии следствия и по приказу российского гражданина Сергея Соколова наняли, экипировали и отправили в Москву группу из трех бывших участников АТО с заданием изображать из себя подрывников-диверсантов. Мы в Авдеевке. До врага меньше 50 метров. Война очень горячая, но она все равно гибридная. Хотя бы потому, что хоть Россия официально и объявлена оккупантом, ни та, ни другая сторона официального объявления войны не сделала. Более того, дипломатические отношения не прерывались. Транспортное сообщение продолжается. Ну, отменили рейсы прямые из Киева в Москву. Так можно лететь через Минск. Самолеты забиты пассажирами под завязку. Украинцы каждый день едут в Россию, в Москву, в Ростов, в другие города, на поездах, на которые порой трудно купить билеты, на личных машинах, на автобусах. Кто эти люди, кто эти пассажиры? Ну, я понимаю, родственники, знакомые россиян, бизнесмены, возможно, порой даже туристы. Этого сейчас исключать нельзя. Но в основном контингент один и тот же. Молодые люди призывного возраста. Среди них, что интересно, попадаются даже бывшие атошники. Повоевали, выполнили свой долг перед Родиной, вернулись домой героями и отправились в Москву на заработки. Дома строить, дачи, квартиры ремонтировать. Вот и в нашей истории ключевой эпизод, когда трое атошников отправились в Москву на автобусе с сумками, набитыми спецодеждой, инструментами и прочими вещами. А в Москве выяснилось, что у бригадира, старшего из этой троицы, между прочим, тоже бывшего атошника, с собой были специальные инструкции. Честно говоря, не знаю, у кого возникла эта идея. Но условия были такие, чтобы ребята были с АТО. Почему? Потому что на них можно рассчитывать, они не обманут. Это исполнительные. Ну, это никто не говорил, это уже как бы мы сами догадались. Ну, и так по разговору с Сашей. Это было понятно. Он говорит, для пересечения, чтобы пересекти границу, так как мы участники АТО, нужны удостоверения, либо фотографии для того, чтобы с российской стороны якобы по базе нас пробили для пересечения. По словам Бондаря, Каратай попросил его набрать в группу еще двух бывших братьев по оружию, каким он мог бы доверять. Что и было сделано. Так в группе появились Станислав Юркевич в центре кадра и Сергей Морозов справа, оба из Каменского. Каратай пообещал каждому из них до $1000 за неделю работы в России. Все трое, на удивление, легко согласились и отправились в Москву. Однако, по их словам, в первый же день поняли, что их используют в темную. У меня это чувство появилось уже, когда мы приехали в Москву. Почему? Потому что там была инструкция, по сюжету которой нам должны были отснять, ну, я должен был отснять видеоматериал. Где? На станции метро, на железнодорожном вокзале и аэропорт. Что еще ты должен был делать по инструкции? Ну и телефонные разговоры. Там, расскажи про это. Когда мы ехали в Москву, только пересекли границу, мы должны были там отписаться, на российский номер смс отправить, там на украинский номер отзвониться и на российский номер отзвониться. А что говорить? Там мы пересекли границу. Там. Ну там у вас шпаргалка была? Ну да, там инструкция, и вот, допустим, там с 12 до 2 ночи
там надо было позвонить или отписаться, что мы пересекли границу. Там, через как прибыли в Москву, мы должны тоже отзвониться, там, отписаться, чтобы нас встретили. Кто вас встретил? Александр. Когда вы звонили, кто звонил? Ты звонил? Да. На украинский номер, когда ты звонил, ты по ролям читал, да? Что по сценарию. По сценарию, да. А там ты с женщиной разговаривал или с мужчиной? Нет, с мужчиной. Он отвечал теми же словами, сценарию. Что по сценарию. Точно, да? Как у тебя было написано? Да. Сколько ты примерно раз так разговаривал? Не помню, честно говоря. Ну, отработан был один день. И мы тогда поняли, куда мы попали и чем это может все закончиться. И мы решили уходить. А не лукавит ли Бондарь? Ведь инструкции у него были с самого начала, и размер обещанной суммы за неделю съемок станций метро, железнодорожного вокзала, аэропорта в Москве и заводов с фабриками в других городах должен был насторожить. Но мы вернемся к этому, а сейчас второй участник экспедиции Стас Юркевич, тоже бывший участник АТО, расскажет, как они приехали в Москву, где их встретил Каратай и отвез на съемную квартиру. Правда, не в Москве, а в подмосковном городе Домодедово. Не путать с аэропортом. Привезли нас на съемную квартиру где-то в районе Домодедово. Ну, какая-нибудь роскошная квартира? Ну, сарай роскошный. Приехали мы в эту квартиру, ну, все валяется. Посуда какая-то на столах, какие-то вещи непонятные. Чужие? Чужие вещи, да. Было два человека, не... кавказской национальности, и женщина, якобы. Она. Они в довесок к квартире шли или они собирались уехать? Они как бы ее нам сдавали в аренду, хотели, ну, сдавали. Вот эти вот кавказцы, да? Да. Бондарь заполнял на свой паспорт, вписывали мою с Морозовым фамилию. Ну, вообще, им квартира нам сдавалась на 3 месяца. А кто оплатил? Каратай. Рабочие приезжают в Москву, как им сказали, на неделю, а квартиру для них снимают на 3 месяца. Не совсем логично, да и как-то неэкономно. Аренда на 3 месяца даже в Домодедово будет не меньше $1000. Мы решили проверить, есть ли такая квартира в Домодедово, сдается ли она и кто ее сдает. Для чего и отправились прямиком в этот подмосковный город. На входе в подъезд дома по улице Дружбы нас встретила строгая консьержка, которая стала еще более строгой, заметив камеру. Что-то снимать тут еще говорите это самое. Да, нам сказали, это квартира. Я понимаю, да. Не знаю, где что сдается. И хотела, не хотела. Ну вот, у меня адрес написан. Ну там живут, там люди живут, там они не сдают никакой квартиры. Ну я сейчас спрошу. Добрый день, это 64-я квартира. А скажите, пожалуйста, она сдается? Нет, не сдается. Да я не с вами же разговариваю. Да. Нет. Не сдается, да? И вы жильцы или хозяева? Алло. Добрый день. Мне Александр сказал, что 64-я квартира сдается. Нет, нет. Нет, не сдается, да? Нет. Ага. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Ну, не сдается квартира, видите? Зато, несмотря на отчаянное сопротивление сверхподозрительной консьержки, мы все-таки услышали голоса и хозяйки, и хозяина. Акцент у обоих отчетливо кавказский, даже через домофон. Так, с этим разобрались. В следующей серии перейдем к инструкциям для Бондаря, которые тот отправится выполнять сразу же по приезде, оставив 2 друзей бездельничать в снятой Каратаем квартире. Ой, чей-то кинь стоит, що сива гринька сподобалась мені. Сподобалась мені, та я дівчи, нонька.
сподобалась мені. Ой, сподобалась мені. Та я дівчина.